Ну что ж, уважаемые гости, спасибо большое за ваше внимание. Я надеюсь, вам интересно было меня послушать. Спасибо еще раз. Вы можете походить по выставке, с ней познакомиться самостоятельно. Там гораздо больше информации, соответственно, чем я рассказал. Вот, еще раз спасибо. 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 Если можно слово сказать. Конечно. Или вы дорогу? Нет. Ну, это чисто без политики, без ничего, да. Я хотел сказать такое, смотрите, вы назвали Кулебеки. Знаком и поэт, и воин, но Кулебякин также писал о резне русских солдат, преимущественно казаков, которые возвращались с конца 17-го года. Их резня была Шамхой, это известная шамхойская резня в России. С 9 января это было на станции Шамхор. Эти составы двигались с конца декабря 17 года после революции. Это первое. Это шамхорская резня. Не отступающие. Они просто бросили, они сказали там, да. Их резали, решение было принято. Я не говорю, что это истина, я просто делюсь. Потому что вы назвали Кулебякина, мало кто знает Кулебякина и в России. Но это, во-первых, Порфирий Кулебякин, его отец еще в середине 19 века, известным казаком. Но именно Кулебякин, раз мы его уважаем, помним, он говорил об этой резне, так называемой шамхорской, тысячи русских солдат там французских. Решение было принято турками вместе с теми, которые образовали второе турецкое государство. С помощью большевиков, кстати, это тоже Россия, большевики Россия. Да, те же большевики давали оружие вагонами из золота. Памятник Фрунзе стоит, которого мы уважаем с одной стороны, с другой стороны, они помогали геноцидальному образованию буквально в начале, то есть около 20-го года. То есть это была не одна поставка, это была систематическая. Турецкая армия в 18 году зашла в Баку. Она вырезала около 30 тысяч мирных армян. И именно после этого те, которые образовали, декларировали так называемое второе турецкое государство, не буду его называть, просили не назвать, пусть будет государство X, сидя в Тбилиси, они в Тифлисе, они не могли зайти в Баку. Они зашли после того, как армия, регулярные части турецкой, прошли через Закавказье, вошли в Баку, сделали очередной этап геноцида, 30 тысяч, сентябрь. И только тогда они зашли и так далее. В 1905 году и 1906 известная резня армян. Тогда не называлось государство X, государства X не было. Но губернатор Российской империи в Баку, Александр Новиков, губернатором Баку в 1902-1904 году. Это известная его книга «Резня армян в Баку» 1905 года. Те, которые участвовали там, они были министрами и отцами-основателями второго турецкого государства за Кавказ. Когда мы говорим до 18 года, разве до 18 даже известно единогласно проголосованное в Госдуме заявление, там указывается до 22 года. 22 год это уже Ататюрк. С Ататюрком это до сих пор очень почитаемый человек со стороны и так далее, и так далее. Отец отечества. И с одной стороны, сейчас я вернусь к блокаде Ленинграда и Великой Отечественной войны. 18 числа уважаемый наш президент встречается с блокадниками и общественными организациями, с губернатором здесь. Прекрасная речь, и все это есть на сайте Kremlin.ru. Он говорит о геноциде советского народа. За последние два года геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Вы, наверное, знаете, да, что это сейчас квалификация принята. Она принята спустя 70 с лишним лет после победы. То есть это говорит о том, что наша мысль, историческая или политическая,
Ну как можно давать квалификацию своему? Здесь армян нет, армяне ни при чем. Это говорит о том, сами армяне тоже не признали свой геноцид, то есть они говорили о зверстве. Но формулировка, как вы правильно указали, была в конвенции, в Нюрнбергском процессе, но это была формулировка не для армян, а для, скорее, евреев и Холокоста. И сама формулировка это очень тонкая. Там нету слова «культура». Рафаэль Лемкин, который создал это, ну, придумал этот термин, он совсем другую формулировку давал. Они ее переделали, потому что он не был чиновником, он был простым юристом. И культура цит и уничтожение культуры он считал более приоритетным, более опасным, чем уничтожение людей. Хотя даже одна смерть, как мы знаем, и Лев Николаевич Толстой всегда ему это много. Словом, говоря о том, что геноцид советского народа мы сейчас признаем, мы не говорим о корнях. Так если взять первые газеты, я уверен, здесь у вас будут тоже такие вещи, но по фашистской Германии. Корни нацизма, ну это уже очевидный факт, корни нацизма, они были союзниками, и Гитлер, и нацистская партия с 30-х годов, они говорили, мы должны повторить успешный опыт Турции. Но не только экономически, а именно все меры, то есть вот этот расизм, нацизм, который в Турции, корни были там. То есть это было предтеча этого дела, а если мы сейчас говорим и вспоминаем, не закрываем геноцид советского народа, корни его, этого преступления там, мы это не связываем. Ведь эти дни мы помним, поминаем о блокаде Ленинграда, вы говорите, 70% вашего выступления правильное об общественности. Эта книга, кстати, не один раз была, два раза, «Братская помощь». И то согласованное властями Петербурга митинг, который более 10 лет назад был напротив консульства Турции, такого не было. В руках у меня была именно эта книга, оригинал. Это она начиналась, кстати, с приветствия Иоанна Сергиева, которого потом назвали кронштадтским. Он дал свои там 200 рублей или что, и призывал людей, это действительно очень... Но общественность сегодня и СМИ сегодня, они ничего не говорят о другой блокаде со стороны государства X, которое делается уже более... 41-й день пошел блокада государства. То есть люди, которые... общественность города, который пережил блокаду, потомки блокадников, они тоже блокадники по сути, потому что с крови передается чувство. Ноль. То есть я не призываю ни к чему, ни к поддержке, но удивительно, мы говорим о поддержке, с одной стороны, с другой вагоны золота и оружия в итоге против войны. Мы также не говорим о резне русских, шампурская резня. Как это? С 18 года это был не один день, не два. Тот же самый, я извиняюсь за повторение, вот этот Кулебякин, он писал об этом. Не только он. Так то оружие, которое взяли у казаков тогда, в 18 году, с 9 января, все документально написано во всех архивах и газетах, день за днем было, ну, когда не знали, что будет следующий день, это описано, зафиксировано. Мы молчим, даже мы, российская общественность, мы не поминаем это. Из-за чего? Единственная причина – это сиюминутная конъюнктура. Это сиюминутная, может быть, 10 лет, 20, 30. Это сиюминутная конъюнктура, бич, по-моему, которая приводит к тому, к такому.